Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Взгляд в будущее. Так, Цитрон играет с безумным орехом. Придумайте, как лучше использовать бесенка на бесенке при игре со стратегической колодой и заморозка дым и лазеры. Интересно, дым и лазеры. Опа. Ничего себе. Ничего себе. Ладно, попробуем что-нибудь замутить. Так, ну если, например, сейчас он начнет же выставлять, да? Он начнет выставлять. Ладно, поставим сюда. Ага. Отлично. Я, наверное, пропущу. Так, что он там замутил, а? Так, 3-3. А здесь у нас 2-2. Давай, наверное, 3-3 сделаем все-таки. Поехали. Сейчас защита сработает, да? Нет, не сработает. Она сработает сейчас. Оу, вообще шикарно. Вот сейчас, ребята, будет круто. Пропустим пока ход. По-моему, здесь Цитрону не сдобровать. Тут уж больно круто против него, конечно, выстроили. Ага, он еще берет. Он берет неуязвимку. Так, ребят, я предлагаю тогда сделать. Давай так. И, наверное, вот так. Блин, сработай. О! Смотри, что мне выпало. Так. И тут срабатывает у него, конечно же. Так, что он делает? Превращает. Ай, ты жук. Мяу-мяу-мяу. Самое обидное, что мне никого не поставить никуда. Цитрон, что такое, знаешь, еще так сделали специально, да, типа он обдумывает там что-то. И это все, что сделал. Ладно. Такс. Ага. Все, у парня больше защиты нету. У парня больше защиты нету, а я сделаю ее вот так. Что-то там обдумывает. А что тут можно обдумывать? Тут, ребят, в любом случае, мне кажется, крышка. Стена орех размещает. Это тебе вообще никак не поможет. Все, ребята. Ему хана. Да, уже просто так для понта поставим сюда. Сейчас пробивным. Допустим. И пробивной. Все, ребят. Ну, как-то Цитрону здесь не повезло. Извини меня, у меня... Лазерные площадки сразу были даны. Даже как бы нечестно. Так, ребята, и задание выполнил заодно, да? 975 алмазов у нас. Так, выиграть игру мозговитым зомби-героем и наносите 20 урона героем-займехом. Окей, пойдем играть за займеха.
Земех, вот он. Так, ну вначале посмотрим, что у него за колоды. Опять слишком много. А, на гаргантологи. Интересно посмотреть. На гаргантологи сыграть. Получится ли? Нам нужно нанести 20 единиц урона, верно? Ну давай, 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 шустрее. Ищи мне кого-нибудь. Вот, уже нашли. И это Бонг Чой. Не самый лучший вариант. Да что ты? Ну это что такое, ребят? Опять надавали мне всяких этих, а... А толку-то? Еще вытворяет. Я поставить сейчас никого не смогу. О, гаргантолога. О, гаргантолог. Давай сюда поставим. Ага. Шипы. Окей. Шипы так шипы. Давай сюда поставим. Это тебе не поможет. Этот цветочек тебе не поможет. Этот цветочек тебе не поможет. Ага, огурец откуда-то взялся, да? Поехали. Ну что, огурчик, сейчас мы и до тебя доберемся. Сейчас мы и до тебя доберемся. Это тебе не поможет. Это не поможет вам всем. Пам-парам. Так, мы можем 3-1, да? Единственное, что, конечно, ребята, что у него там сейчас? Я не знаю, что у него там досталось. Вытягивает две карты. Этого прокачивать будет, да? Вопрос в том, что теперь как мне вот здесь вот... Да ладно. Поехали. Так, замечательно. Давай еще. Шикарно. Молодца, ребят. Как тусенки он вовремя поставил. Как тусенки он поставил, конечно, вовремя. В плане. Подожди. Погоди, как это я ему не нанес 20 единиц урона, ребята? Вы что, серьезно? Я его подбил. Не пойму, почему как-то я ему не нанес 20 единиц урона. Что-то я не догоняю, ребят, если честно. Как это могло получиться-то?
Я уничтожил его по ХП. Он не сдался. Как я ему не... Не знаю, ребят, какой-то бред. Какой-то просто бред. Так, рикошет делает, да? Ну, окей, рикошет так рикошет. Что я могу сделать? Пробуем так. Hello. Поехали. Найс, погнали. Хоба. Хоба. Растение получает плюс 3. Так, переместить растение. Я, наверное, вот так вот бомбану, ребят. Я, наверное, бомбану вот так вот, да? Поехали. Окей. Так, 4 хп. Ой, 4 хп, 4, 4 энергии. Так, переместите, и мы тянем растение. Ой. Давай сюда вот его поставим. Слушай, на самом деле зря я так сделал. Нафига, ребята, я так... Чуданул. Поехали. 6 в лицо я получу. Ну, понятное дело. Давай вот так вот сделаем. Что он может? Он может заморозить. Вот так вот, да, ты решил, значит? Чепушило несчастный, хорошо. Хорошо. Что мы можем сделать? Мы можем сделать так. У нас работает защита, верно? Верно. Он сейчас эти орехи свои будет выставлять. Все, да? Поехали. Хлоп. Хлоп. В лицо. Здесь делаем так. А что мне это дает, ребят? А, дает. Угу. Так, теперь сделаем вот так. И, наверное, вот так. Ага. Все на этом, да, получается? Бум-бум. Ну да. Бумс-бумс. Да, так получается, ребят. Поехали. Ну и добивной, пробивной. Табло ему. Пью.
Замечательно. Просто изумительно. Так, ну что, теперь-то 20 единиц мы получили. Ой, 20 единиц урона нанесли. Засчитали. Выиграйте игру мозговитым зомби-героем. Это тонкий намек на кого? На профессор мозг-атака, я так понимаю, да? Дай-ка я гляну, что у тебя там за колода. Какая-то колодушка невзрачная, если честно. Я бы сказал, совсем невзрачная. Почему всего один ландшафт? Вот скажи мне на милость, а? Всего один ландшафт. Да, и добавим, наверное, вот еще один. Слушай, ну это не с кровавой луной, кстати. А этих аж целых три у меня. Тут очень много каких-то вот ненужных у меня. Если мы без кровавой луны, нафига нам, конечно. Это все убираем. Эти тоже нам, по идее, не нужны. Вот эти вот бесята, зачем это все? Это все как бы нам не нужно в данный момент. Вот этого можно было бы влепить. Вот этого. Взять этого. Хм. Посмотрим вот такую вот комбинацию, ребят. Что у нас из этого может выйти? Блин, 15 всего лишь кристаллов, и мы с тобой взяли бы набор паков. 11 штук. Оу, щит. Зубостизила. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что, на орехах, что ли, будет? Блин. Тогда он взял преимущество, ребят, надо мной. Мне тут даже нечего поставить. Нечего. Ну все, пошло-поехало. Вот объясни мне одну вещь. Как вот он сразу успевает набрать столько орехов, а? Вот как? Давай так посмотрим. Ать. Ну он же ноль стоит, почему? Вы серьезно сейчас? Прикинь, у него кукуруза. Откуда он кукурузу-то взял, блин? Ну тут походу все, ребят, фейл. Так, так. И вот так, наверное. Пока больше ничего, ребят, придумать не могу. У него же будет на земле минус один, минус один. Или что, он сейчас сюда кого-то поставит? Ты серьезно, еще и Джек у него есть. Так, это две в лицо. Ну я проиграл, тут все, ребят, тут мне ничего не сделать. Если он взял преимущество, то уже ты что-то ничего не сделаешь, к сожалению. Так, ниндзя. Угу. Ну тут все, все. Признаю, ребята, что я проиграл.
Тут уже вот сюда на эти две площадки можешь поставить кого угодно, и все, и меня запинает. 4 единицы урона. А у него бонусная атака еще есть. Эть! Эть! Меня просто другой, ребята, факт убивает. Почему им вот, моим противникам, всегда выпадает там орехи сразу, там по 2, по 3 штуки? Или еще там что-нибудь? У меня такого не... Вот я брал себе 3 ореха. И сколько у меня их? 2, я не помню. Чтобы они выпадали все один за другим, такого не было. Да не то, что орехи. Ой, еще и высшую лигу дали против Цитрона. Прикинь. За что мне такое наказание, а? Твою налево, блин. Опять, ребят, ничего не выдали мне. Ну, что я тут сделаю, ну... Я знаю, что ему сундук не понравился, естественно. Он решит его уничтожить. Зато мне так спокойнее будет. Заморозка усов. Заморозка усов. Да пока-то, наверное, замораживать не надо. Что он там, одну единичку урона нанесет, фигня. Пам-парам-пам-пам. Вот здесь уже надо подумать, ребят. Давай так сделаем. Смотри, смотри, что делает, а? Ну вы, блин, издеваетесь, что ли? Ёпрасыте, блин. Так, одного ушатаем, наверное, если получится, ребят. Давай. Угу. Так, его заморозим, да? Он у меня из заморозки не вылезет сейчас. Из заморозки он у меня не вылезет. А чё он ждет? Этого опять замораживаем. Эх, сейчас у него защита. Прикроет ведь его, да? Стены рек ставит. Да нет у меня ничего. Хорошо, что у меня вот эта штука есть. Да, ребят? Так, мы сделаем. Вот так вот. Перехитрим, так сказать. Поехали. Ты заколебал, а? Просто заколебал своими вот этими штуками, дрюками. Ну и чё? Пшик, и фокус не сработал, да? Поехали. Что мы тут будем?
Так, у него наверняка будет еще один, да, я так понимаю. А будет ли у него там еще один, а? Вот в чем вопрос. Упс. Упс. Ну что же, я тебя понял. Типа прикрылся, да? Ну, хламон, а. Ну, хламон. Естественно, ему кому-то надо сюда стоять, чтобы не получить урон. Уничтожает зомби. Так. Мы в зоне риска, ребята, кстати. Вы в курсе, нет? Вы в курсе, что мы в зоне риска, ребята, а? Ну и что ты там сделаешь дальше? Ничего, понятно, до свидания. Да. Да-да, все очень, ребята, хорошо получилось. Прям как мы и хотели. Блин, нам чуть-чуть... 5 всего лишь, ребят, не хватает. Я думаю, в следующей серии мы обязательно с тобой накопим 1000 кристаллов и возьмем пак. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.